5 октября в нашей республике празднуют официальный День Учителя, так что можете смело заносить эту дату в свой календарь и обвести ее красным цветом. Мы поздравляем всех учителей с этим замечательным праздником, а в студии у нас сегодня та, кто только недавно решила связать свою жизнь с этой нелегкой профессией. Учитель литературы Тираспольского теоретического лицея номер 2 Даниила Кафетулова. Доброе утро, доброе рада утро. Вас приветствовать в нашей студии. И скажите, сколько вы уже работаете и как, почему вы решили встать на эту нелегкую тропу знаний? Я закончила институт, филологический факультет ПГУ. Тарас в прошлом году, да? Или... В этом году. А, в этом году. В этом году и поступила на работу в Тираспольский теоретический лицей номер 2 учителем литературы, что меня очень обрадовало. Русский язык я, конечно, люблю, но вот изначально я хотела быть учителем литературы. И я попала в учреждение повышенного уровня образования, поэтому я стала учителем именно литературы, так как там идет разделение на гуманитарное отделение, физмат и биохим. И я преподаю литературу в гуманитарных классах. Почему вообще решили стать учителем? Ну, это все произошло еще в школе. То есть тогда уже подумали о том, что свяжете в будущем себя с этой профессией? Я не думала, с какой профессией себя связать до 11 класса. В 11 классе я начала смотреть на взрослых, на кого бы я хотела стать похоже, и поэтому поступила на филфак. А на кого? Меня... То есть захотели быть похожи? Я захотела быть похожа на Андерш Анжелику Тимофеевну, учительницу литературы и русского языка. Я училась во второй школе города Дубасары. И она послужила мне примером. Не только потому, что она была очень хорошим учителем, она была очень разносторонним человеком. Она также преподавала в театральном кружке в Дубасарах. И мне казалось, вот, если я буду филологом, я тоже смогу найти себя не только на этом поприще, да, но не еще, только да? на этом каком-то направлении. Да. А вот в чем сложность работы молодого учителя? То есть вы приходите в коллектив вот, детей вообще разного возраста, начиная вот от самых начальных классов до старших. И, ну, думаю, с маленькими детьми намного легче работать, да, чем с старшими? С маленькими детьми, правда, намного легче работать, потому что не чувствуется разницы в возрасте. Все-таки я старше их, и они меня воспринимают как учителя. А когда сидит 11-классник, который выше еще, может быть, на голову, то уже как-то немножко по-другому. Ну, со старшими классами я более демократична, потому что я понимаю, что нету смысла показывать... Я учитель. Нужно их заинтересовывать по-другому. Честно, я помню, что вот мы, когда у нас были молодые учителя, ну мы там на голове ходили просто в классе, а вот учителя более вот этой старой советской закалки, там же хватило просто одной молнии из глаза, и все, и мы уже сидели тише воды, ниже травы. Как вы увлекаете своих учеников? Чем? Ну, помимо классического преподавания литературы, я им все-таки рассказываю свое прочтение, то, что мне интересно. И так я их могу заинтересовать. И я могу всегда выслушать их, есть читающие, потому что это все-таки лицей, гуманитарное отделение. Им это интересно. Они поступали в лицей, они выбирали для себя отделение, и у них идет углубленное изучение литературы. Поэтому дети читающие. А вот, кстати, вы преподаете и у малышей, и у старших классов, правильно? У малышей нет. С 5 по 11. 11. А отклоняетесь от методички, от установленной программы? То есть слишком, либо все-таки больше по ней работаете? Нет, все-таки больше по ней работаю, потому что молодому педагогу... Тяжеловато, тяжело, да, в том плане, что невозможно отклоняться. А что еще? У меня же нет опыта, как у более старших. Вот. А бывало такое, что вот заходите в учительскую и начинаете жаловаться вот достали учителям, дети меня. Да, и, может быть, внимаете каким-то сидят. Советом. Ну, я не жалуюсь, я просто прошу совета в основном. У меня очень хороший наставник, к которой можно обратиться просто с любым вопросом. Вообще хотел спросить, какой у вас вот педагогический коллектив? То есть вас приняли хорошо? Я могу сказать, что у меня замечательный, мне очень повезло с педагогическим коллективом, с администрацией. Не то, чтобы мне делают скидку на то, что я молодая, но мне всегда объяснят два раза, как правильно поступить в той или иной ситуации. Вот. Помогут, разъяснят что-то, да? Какой самый популярный совет, который вам дают? Ну, сейчас я сама прошу больше советов по поводу документации. С детьми работать не так сложно, как работать с бумагами, лично для меня. Для некоторых наоборот.
То есть с детьми головная боль, а бумаги, о, родная среда. Да. Так, вот это сюда, тут подписать. А в будущем планируете взять себе класс, чтобы вот его вести? У меня уже есть класс. А, уже есть класс? Да. А расскажите о нем, какой? Я была довольна тем, что мне дали класс сразу же. Вообще молодые специалисты очень боятся классного руководства, но я не испугалась, потому что вот так вот в пучину с головой сразу же. И... это хорошо. Вот это какой-то стимул, да, это, сработать, знаете, над собой. Вот этот способ научить плавать, когда тебя с лодки так посередине да, речки. Да. Ну, еще и пятиклашки, наверное, все-таки, ну, это как раз такой периферийный возраст, периферийный класс. Мне кажется, с ними, ну, попроще. Но с ними попроще в том плане, что для них тоже все новое, потому что они перешли из начального звена в среднее, да, и для вас они тоже новое. Они перешли еще и со всех школ, потому что лицей набирает с 5 класса. Я новенькая, они новенькие со всех школ. Все совпало. Да, и спасибо администрации, которая на родительском собрании пришла, все объяснила. Сказали, что девушка молодая, не будьте к ней строги. Нужно быть очень тонким психологом, находить каждому ребенку подход. Получается ли у вас это? И в чем сложность вот в этом плане? Как подойти, как достучаться до ребенка? Для этого нужно очень четко изучить их характер. Нужно приходить на их уроки не только свои, потому что я словила свой 5 класс на том, что их рассадила, так я их рассадила. Прихожу на другой урок, они сидят так, как хотят. Поэтому нужно за ними следить, наблюдать и только... спустя время, наконец-то, можно понять, кто из них кто, чем да, дышит, who is who, да. Кто чем дышит, да. Мне кажется, все приходит с опытом, и мы желаем вам, чтобы у вас все получалось, чтобы детки вас любили, и вы приходили на работу с большим удовольствием. И благодарим вас за ваш визит и дарим подарок в честь Дня Учителя. Да, за... с праздником вас. С праздником. Спасибо. Поздравляем, дарим подарок от нас, от наших партнеров компании T&D. Пользуйтесь на здоровье, приходите к нам еще. И хорошего вам учебного года. И спасибо. Вы можете пожелать что-нибудь молодым учителям, которые тоже встали на этот нелегкий путь вместе с вами. Я хочу пожелать молодым учителям не сдаваться, не бояться трудностей и идти по выбранному пути, потому что зачем сворачивать, когда можно развивать себя в одном направлении. Спасибо, спасибо. Большое. Спасибо. Да, еще раз с праздником. Спасибо.